Здравствуйте, друзья! В этом видео я хочу вам рассказать об одном из элементов подводной охоты в реке, а именно об подводной охоте в завале. С одной стороны, достаточно простая охота, но с другой стороны, есть некоторые тонкие моменты. Об них я хотел бы вам рассказать. Коряжник – это всевозможные варианты нагромождения деревьев или какого-либо другого мусора, тем или иным образом попавшим в воду. Подводная охота в коряжнике, с одной стороны, достаточно простая, но с другой стороны, есть некоторые моменты, о которых лучше знать, и мне, наверное, стоит об этом рассказать. Давайте, в общем, рассмотрим задачу. Мы должны нырнуть, найти рыбу, подумать, как ее добыть, и самое главное, сделать это все с минимальным риском для себя. Для этого нам понадобится правильно подобранное снаряжение и навыки. Самое важное, самое первое, у человека должен быть хорошо развитый инстинкт самосохранения. В такой охоте приходится нарушать основное правило ныряльщика – не допускать наличия преграды между собой и поверхностью. Поэтому бойтесь. В такой охоте страх – это наш самый большой друг. Внимательно прислушивайтесь к себе и даже не пытайтесь себя нагнуть. Не хочется – не лезьте. Второй важнейший элемент – это нож. За коряги цепляется не только рыба, но и всяческая рыболовная снасть. Поэтому нож, а лучше два, в обязательном порядке должен быть в вашем распоряжении. И при необходимости должен вам спасти жизнь. Я сейчас не буду подробно останавливаться на ножах, это тема для отдельного разговора. Просто самое главное, нож должен быть. Третий момент – это правильно подготовленное ружье. Если катушка, может быть, и не обязательно элемент снаряжения при какой-то другой там, ситуации, там, другом способе охоты, то в коряжнике без катушки делать нечего. Гарпун может застрять, рыба может мотануть пару петель и все, до поверхности не достать. А ружье бросить жалко. И на ровном месте получаем крайне опасную ситуацию. Линь мотается на руку. Ну, а дальше сами фантазируйте. Поэтому застрял гарпун, улыбнулись, размотали линь, подвязали ружье к палке, где-то на поверхности или на берегу, и спокойно это все выпутываете. А с каким шнурком приятнее разбираться? С тонким и мягким или с толстым и жестким? Правильно, с толстым и жестким. Исходя из этого и ответ на вопрос, а сколько должно быть линя? Линя должно быть столько, сколько влезет на вашу катушку. Но желательно никак не меньше 20 метров. Следующий момент по списку – это наконечник гарпуна. Гарпун, пробивший рыбу, двигается дальше. И на своем пути он может встретить палку. Поэтому никаких остро заточенных наконечников. Либо классическая пуля, либо корона. Преимущество короны – это небольшая дырка в рыбе, как почему-то думают многие, а то, что она не проникает глубоко в древесину, в плотную древесину. Но даже и при самом правильном наконечнике вы не застрахованы от потери гарпуна при более-менее значительной закачке ружья. Поэтому выбираем закачку осознанно. Небольшая рыба, небольшая закачка. В какой-то мере эту проблему решает регулятор боя. Да, забыл за фонарь. Главное, чтобы фонарь вас устраивал. Он должен быть надежный и ни в коем случае не выключаться в самый нужный момент. Теперь непосредственно приемы охоты. Самое первое. Вы должны понять тот момент, что в одних и тех же палках, но в разные дни, рыба будет вести совершенно по-разному. Поэтому видите завал в первый раз или в сотый, подходите к завалу с максимально доступной вам осторожностью. Если место новое, делайте первый нырок метров в 10 ниже по течению и чуть ближе к центру реки. Задача этого нырка – просто понять, какая глубина, какое течение, как действовать дальше. Если для вас все приемлемо – глубина, прозрачность, течение – начинаем делать такие непродолжительные нырки-тычки в сторону завала
с небольшой паузой, лёжкой. Наша задача прижиться в завальчике, понять его конфигурацию, перспективность и при этом не нашуметь. Допустим, у вас все получилось. Разобрались примерно с конфигурацией, нашли рыбу достойную выстрела. Дальше очень отличный от обычной охоты момент. Нужно подумать, что произойдет после выстрела. Обычно рыба, стоящая в палках, позволяет нам это сделать. Нужно попытаться понять, куда будет рыба стартовать после выстрела. Во что уткнется гарпун. Достаточно ли у меня закачано ружье для такой позиции. Какую часть рыбы стрелять? Не припутает ли меня шнурком и прочие разные мысли. Вот так делать не нужно. Дальнейшие ваши действия зависят только от вашего индивидуального опыта. Тут уже настолько много неизвестных, что любое описание этого действия – пустая трата времени. Вот вам мой пример из реальной практики уравнения и мой вариант его решения. Начало осени. Охочусь на судака, стараюсь стрелять очень обдуманно. По пути моего сплава попадается такой завальчик из нескольких деревьев. Естественно, я его не пропускаю, хотя особых надежд нет. Сома пока еще нет, да и вообще как бы крупная рыба, она особо те завалы не любит. И вот я ныряю, лезу вглубь, и что я вижу? Прямо на меня стоит достаточно приличная рыба. Стрелять в таком положении из 50-ки, закачанной на 20 кг, ну это в лучшем случае сошедшая порванная рыба. Поэтому пару секунд колебаний, медленно задним ходом на выход. Плываю подальше, зову напарника, ну и начинаю быстро с матюками качать ружье. Прошло буквально там какие-то пару-тройку минут, ружье накачано. Напарник на подстраховке. Заход номер 2. Аккуратный нырок. И я вижу муть и ершей. Эмоции непередаваемые. Но я же так просто не сдамся. Я медленно двигаюсь. О, вот и мой сом. Алгоритм дальнейших действий достаточно простой. Если катушка вымотана или контакт с рыбой потерян, подвязывайте ружье за ветку и вниз, смотреть, куда он выскочил. Действовать нужно с одной стороны быстро, с другой стороны аккуратно. Очень хорошо, если есть под рукой доступное ружье с фонариком. И не нужно там городить огород какой-то. Дальше находим, спокойно добиваем. Фиксируем второе ружье. И потом выпутываем или вырезаем первое. Если коротко, примерно так. Хотя вариантов может быть масса. Общий вывод. Лучше медленно и безопасно, пусть и без рыбы, чем быстро и с кучей проблем. Здоровья вам, друзья! Успехов во всех ваших начинаниях! Если видео понравилось, плюсуйте, подписывайтесь на канал. Ну, а я буду дальше снимать и делать для вас фильмы.